Ну что ж, друзья, я всех приветствую, с вами Валерий, и мы продолжаем хардкорное прохождение Resident Evil Remake. Вот, продолжаем исследовать особняк с этими ужасными живучими тварями. Вот, у нас осталось еще комнаты с мечом неоткрытые. Еще наверху здесь мы не все осмотрели, так что давайте сходим, посмотрим. Так, не знаю, можно было что-то выложить, но если что, вернемся в комнату с сохранениями и выложим то, что нам не нужно. Так, здесь мы посмотрели эту дверь. Так, зомбарь. Погоди. Давай, прошиби ему голову. Как ты умеешь, покажи, Крис. Нет. Все-таки... А. Все, он готов, можно поджечь. Чтобы он не мешал нам больше. Сожгем эту тварь дотла. Так. Закрыто символ лад. Здесь у нас тоже лад, да? Да. Ну что, какие комнаты у нас еще не исследованы? По-моему, внизу. Внизу у нас еще есть комнатка. По лестнице спускались. Так, брать пока не будем ничего, ни алмаз, ни герб этот. Так, этого чувака тоже сжечь, ибо нефиг. Что? Ай! Оказывается, себя можно поджечь. Так, закрыто с другой стороны. Здесь у нас что закрыто? Символ лад. Нужен ключ с ладами, слишком много дверей с этим символом. Все, этот ключ нам больше не нужен. Выбрасываем. У нас два места есть в инвентаре свободны. Так это столовая, что ли, или что это? О, отлично, ключик. Закрыто с другой стороны. Неизвестно, чей это кусок мяса. Трупешник лежит. Блин, и не поджечь. Это плохо. Это плохо. Блюда кишат личинками. Фу. Здесь трупешник. Похоже, электричество не подается. Нам еще электричество надо будет включать. В принципе, все здесь, да? О, черт! Еще ползающая тварь.
Есть, башку ему снесли. Так, а этого мы сейчас зафигачим ножиком, я думаю. Давайте попробуем. Так. Пока он ползает. Побегаем вот так вот. Я надеюсь, он не встанет. Умри. Сколько можно тебе кромсать-то? Все, отлично. Пока на время его вырубили. Куча специй, которых вы никогда не видели. Так, ну что, надо открыть дверь. Помните, да, которая там наверху у нас? На простой замок была закрыта дверь. Попробуем ее сейчас. Че это за звуки? Вороны. Так. С воронами шутки плохи, лучше резких движений не делать, не бегать. По ним фиг попадешь, если они начнут летать. Так. Все закрыто. Так, я что-то не помню. Где у нас... Где у нас эта комната? С закрытой дверью. С простым замком. О! Жмур. С ним я тоже... Трогать его не буду. По-моему, где-то здесь. Да, вот она. Так, травушка. Здесь растут зеленые травы. Но их осталось всего на пару использований. Нет. Использовать мы не будем. Витраж. Узор в центре напоминает ведьму. Хм. А вот, в принципе, и балкон, про который писали-то. Здесь нам надо... А свисток-то мы не взяли. Здесь нам надо подудеть. Призвать там собаку какую-то. Давайте сейчас бегаем за свитком. За свистком. О, открыли дверь. Получается. С другой стороны... Отлично. Так, и ящик у нас. Ящик у нас здесь есть неподалеку, кстати. Как раз. Что-то там зомбари ходят. Так. Того мы не убивали, да? Придется с ним сейчас покончить. Не знаю. О, пока он ушел. Пока он ушел.
патронов все равно на всех не хватит. Тем более в пистолете уже кончились. Так, выбрать ружье. Ну куда ты пошел? Давай сюда. Сейчас мы тебя обманем опять. Еще разок. Оп. Отлично, такую тактику проработали. Тут еще сверху воет один. Так, получается, вот он балкон. Использовать, наверное. Вы посвистели в собачий свисток. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Какая резкая шавка. Да отвали ты! Жесть. Ошейник. Взяли ошейник. Воу, еще одна. Бегом, 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 бегом! Эй-эй-эй-эй-эй! Вам больше не нужен собачий свисток. Выбросить. Фу. Так, что мы взяли? Ошейник. Здесь кнопка. Внутри ошейника была спрятана монета. О, это кусок ключа, что ли, какой-то? А, это ключ. Она приняла форму ключа. Имитация ключа. Имеет форму ключа, но для использования не хватает жесткости. Так. И у меня тут назревает такая мысль. Да. Такая мысль. Помните этот ключ, где мы брали? Где у нас статуи? Хотели зафигачить. Ловушка там была такая. По-моему, где-то здесь. Да. Так. О-о-о, проснулся. Какой-то резвый там. Жесть. Так, вот здесь. Возьмем этот ключ. И поставим имитацию ключа, я так понимаю. И все будет чики-буги. Крис молодец. Всех одурачивает. Правильно хоть, да? Так. Ключ с изображением доспеха. Лата это, по-моему, доспехи же, да? Так, а здесь у нас шлем. Окей, теперь можно открывать двери. Новые двери. Так, там у нас... Безумный бегает. Блин, еще один встал.
Здесь у нас вороны. Так, ну что, давайте начнем опять, как и в прошлый раз, с того крыла. Восточное, да, крыло получается. Или вот эту дверь тоже можно открыть. А, ключ латы использовали, да. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Перейдем в те комнаты. Что-то написано в углу картины. Отмечая завершение особняка. Дорогое пианино. Ага. Я помню это место. Деревянный уголок из дуба приятно пахнет. Как отличное вино. Я помню, да, это место. Здесь надо будет играть эту лунную сонату. Но в этом, в оригинале, когда за Криса проходишь, лунную сонату играла Ребекка. А мы ее так и не нашли. Так, выделяется. Ноты. Вот как раз она. Лунная соната. Изучить. Заголовок «Лунная соната». Даже открыть можно. Часть нот пропали, осталось только начало и конец. А, да ладно, еще не целая. Окей. Да. Черта нам здесь не сделать. Так, а там... Там мы были. Недавно были. Так, ну что? Здесь бы подобрать еще всякую шелупонь. Так, тут закрыто. Шлем. Угу. Что, давайте сверху начнем. Сходим как раз. Это в комнату с машинкой, с ящиком скинемся для начала. А здесь мы, по-моему, очистили, да? Здесь зомбаков нет, подожгли всех. Я думаю, пистолет, наверное. О, записка. Я оставил немного припасов в комнате справа. Я пойду вперед и поищу путь наружу. Вескер. О, отлично. Припасики никогда не помешают. Так, можно наполнить, наверное. Осталось совсем немного. О! Это мне нравится. Так, только надо повыкладывать все. Так, лунную сонату мы уберем. Аптечку тоже уберем. Хоть у нас здоровье хворает. Мы
Ах, надо было для пистолета взять сначала, скомбинировать. Ну ладно. Окей. Давайте пока выложим. Сделали экипировку. Я не знаю, ножик может выложить пока, чтобы место хотя бы было. Так, окей. Я думаю, истратим, короче, этот керосин. Как у нас закончится во фляге, то выбросим флягу. Зеленая, красная трава. На этой стене большая царапина. Не похоже, что это работа этих прогнивших уродов. Почему? Ну, все может быть. О, маленький ключик. Отлично. Лента еще. Трава. Да, короче, надо... Место вообще ограничено. Еще что-то. Похоже, эти следы проходят прямо через кровать. Какие следы? Так. Ладно. Напрягает, конечно же, эта беготня туда-сюда. Ящика к ящику. Ладно, давайте флягу, короче, уберем и ножик. Фляга. А, нож мы уже убрали, блин. Что-то тогда ключ. Вот этот ключ уберем. Блин, столько всего, я не знаю. Давайте патроны от дробовика уберем еще. Пускай копятся, лежат. Блин, столько патронов всего этого уходит. А прикиньте, это еще... Только зомбаки, и мы еще с боссами не встречались. С боссами-то вообще будет жесть, наверное. Так, ладно, давайте красную травушку возьмем. Это что такое, аптечка? Здесь ничего нет необычного. Спрей был внутри. Медицинский спрей, который может полностью вылечить раны. Отлично. Тут ничего нет. Так, еще травушка. А, блин. Да, давайте траву сначала возьмем. Скомбинируем. И ленту. Ленту. Все, больше здесь ничего нет. Похоже, кто-то что-то забрал и быстро свалил.
Прикольно. Ну, всегда меня напрягало вот в Резиденте, что вот эта вот беготня туда-сюда. Хотя, если на легком, я думаю, играть, там можно с одним пистолетом ходить, патронов куча, либо с одним ружьем просто. Так. Так, а еще здесь дверь, да, в комнате. Ой, полчаса, блин, одну комнату изучаем. Ну, в принципе, куда спешить? Закрыто. Ну, ё-моё. Так, короче, я сбегал, взял этот ключ, долбанный, маленький. Вот. Потому что беготня это туда-сюда уже напрягает. Так, что здесь у нас? Здесь висит белый халат, он пахнет медицинским кабинетом. Аквариум пахнет так, будто тут жило что-то живое. Возможно, кто-то использовал его для выращивания каких-то существ. Завещание ученого. Это письмо. 3 июня 98 год. Моя дорогая Альма, прежде всего, позволь мне извиниться за то, что не звонил тебе. Человек в солнцезащитных очках запретил мне делать любые телефонные звонки. Прости, Альма. Я сижу здесь, пытаясь придумать, с чего начать, как объяснить в нескольких простых словах все, что произошло в моей жизни с тех пор, как мы говорили в последний раз. Я надеюсь, что это письмо дойдет до тебя, и что ты простишь мой плохой почерк. Сейчас мне нелегко. Даже когда я пишу, я чувствую, как ускользают даже самые простые мысли. Я потерял чувство отчаяния и растерянности, но я должен рассказать тебе, что в моем сердце прежде, чем смогу отдохнуть. Альма, пожалуйста, поверь, все, что я говорю тебе, правда. Вся история может занять несколько часов, но времени мало, так что прими эти вещи как факт. В прошлом месяце произошел несчастный случай в лаборатории, и вирус, который мы изучали, вырвался на свободу. Все мои коллеги из тех, кто заразился, либо умерли, либо умирают. Характер болезни таков, что оставшиеся в живых после инфицирования теряют свои чувства. Этот вирус крадет у своих жертв все человеческое, заставляя их искать и уничтожать все живое. Даже когда я пишу эти слова, я слышу их. Они ломятся в мою дверь, как голодные животные. Альма, я пытался выжить лишь для того, чтобы увидеть тебя снова, но мои усилия только задержали неизбежное. Я заражен, и нет никакого лекарства от того, что последует потом. Излечение будет лишь с приходом смерти, прежде чем я потеряю все, что отличает меня от них. Мою любовь к тебе. В течение часа я войду в вечный сон, где есть мир. Пожалуйста, пойми и знай, мне очень жаль. Мартин Крэгхэм. Да. Открытый чемодан, он полон различных биологических докладов. Так, крючок, различные виды приманок, какой-то крючок, крючок для рыбалки, прикольно, в аквариуме кого-то ловить что ли надо будет, тут полно мертвых жуков, о, образец пчелы, тут рыболовные приманки. Образец гигантской пчелы для набивки отлично сохранилось. Ай, нафига мне изучить? Нет. Не комбинируется. Так, приманка в виде пчелы. Коллекция различных насекомых. Под ней кнопка.
ничего не произошло. Может, что-то нужно сделать с коллекцией насекомых? Хм. Это приманка в виде пчелы. Здесь нет крючка. А, отлично. Так. Коллекция различных насекомых. Под одни кнопки. Нет, ничего. Так, может... Это не надо мне нажимать. Может, вот это... К приманкам? Здесь приманки. Так. Сюда, наверное, пчелу надо. Угу. Отлично. Воу, 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 воу. Да отвали ты. Еще одна. Да какая она живучая. Три патрона в пчелу? Вы что, издеваетесь? Она еще... Она еще шевелится. Ладно, гребень ветра какой-то взяли. Здесь ничего необычного. Изображение ветра. Так, окей. Оу! Она еще и лопается. Так. Получается все. А вот тут бы сейчас с этой пчелой бы ножик не помешал бы. Так, окей. Давайте двигаться дальше. Так, та дверь нам не нужна. Еще головоломка. Каждая комната с какими-то головоломками. О, это двигать можно. Спящий рыцарь. Спящий рыцарь. Одни спящие рыцари. В этом углублении что-то есть, но решетка мешает достать это. Там что-то какие-то картины. Рыцарей. Так. Я смотрю, можно двигать, да, это? Здесь ничего не написано. Горе тем, кто нарушит мой сон. Здесь кнопка. Нет, пока не будем нажимать. Я чувствую подвох здесь какой-то. Задвинуть, наверное, может, всех надо. Да, Крис, не тупи. Чё? А чё он выскочил? Ладно. Не в том порядке, что ли, я начал закрывать их. Так. В смысле? Засуньте обратно. О, а этот задвинулся сам. А теперь, наверное, можно нажать.
Отлично. Загадочная шкатулка. Пипец. Чё такое не подобрали? Здесь изображено солнце и луна. Надпись гласит: «Рассвет пробудит меня». Рассвет. Здесь какие-то символы. Угу. Переключатель. О! Загорелось. Рассвет. Рассвет солнца, да, получается? Значит, вот это вот надо нажать. Маска. Отлично, маска смерти. Это маска смерти без глаз, носа и рта. Вот они, маски. Отлично, мы нашли первую маску. Так, здесь, по-моему, еще, да, какая-то. Так, или сходить сохраниться. Давайте, наверное, я схожу, сохранюсь. Вдруг там еще какая-то загадка. Как раз выложу маску. Так, ножик, наверное, возьмем. Все-таки ножик. Вот. И на этом я буду заканчивать тогда, друзья. Вот. Исследовать дальше особняк будем в следующей серии. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И я со всеми прощаюсь, до новых встреч. Всем пока.